Эдсук Шанель, Эдсук как Гуч. Она круче твоей, круче всех тех сучек. Моя сук модель, три подруги для куч. Эд сучка овца, эта сучка скотина. Вон та вот меня кинула позавчера, вот эту вот зовут Марина. Кто тебе сказал, что Гуччи? Браток, она тебя облошила. Она вчера на рынке Прада мерила вшивой. Алло, это подписчики? Не надо мне писать в директ, когда заканчивается мой гив 14 октября 2018 года. Мы останавливаем конкурс. 15 октября 2018 года мы проведем итоги и выберем победителя. Если вы будете этого делать, этого не надо делать. Алло. Да, Владимир Владимирович. Ну, я позвонил им все. Но они думают, что они выиграют. Нет, выиграете вы, Владимир Владимирович. Все призы. Как нечестно. Ладно, я все призы разыграю честно. Всего доброго, до свидания. Конечно же. Себе все оставлю. Алло. Да, Владимир Владимирович. Я ничего себе не оставлю. Выехали? Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладким на все сто. О-о. Ты с утра пьешь фруктовый коктейль, а на ужин грейпфруты. Он очень классный, так Димке вмазал, капец, ты бы видела. Того синячища на пол лица. Хулиган, что ли? Вот, посмотри на моего, воспитан, галант, интеллигентный. Бизнесмен, между прочим. А чё пузо-то такое большое? Это не пузо, это авторитет. Какой крутой лифак. Слышь, на место положила? Вот, классная домашняя толстушка. На место положила? Никакой личной жизни. Одни уроки. Это у меня никакой личной жизни. Одна работа. Слушай, прикинь, Катька вообще коза. Ручку забрала мою и не вернула. Ну это что, проблема? Вон Светка Вовку с семьи забрала и не вернула. Холодный кубик, да. Кинь меня, холодный. Привет, подписчики, шо вы там мали? И знаете, поки мы обсуждаем эти темы Конора Макгрегора, Хабиба, шо таке? Вы бачили цены на бензин? А я бачив! Я коли побачив цены на бензин, я думав, я реально уже спився, бля. Я уже думав, вот же дурний напився, вже такі ціни мерещаться. Але ні, то реально літр бензина 36,50. Ви що там йогурнулись? Це яка собака буде їздити на таких цінах? Це мерзость. Літр бензина 36,50. Літр водки менше стоїть. Ви збухаєте народ. Люди перестануть їздити. Нащо людям кудись їздити, якщо взяв літр водки і сидиш вдома 3 дня? 36,50. Жінок вам вівсят. І обвивших їм цицят. Сумку дай сюда! Отошли от нее! Слышь, что ты нам сделаешь? Ну вы сами напросились. Пожалуйста. Да. Девушка, наверное, это судьба. Давайте познакомимся. Ну, раз судьба... On met des switch à l'aise, Reggie Miller. Tu veux des French kiss? Vas-y, dis-le. Et comme un hymne, je manie les mots de manière à faire bouger les piles. Sois-tu comme le son de ces signes, passe comme un signe. Пойдемте. Ты просто хитро выдумная. Ты что, Катя? Маринка.
Ты понимаешь, что все свои, никто про импланты не знает. Мой пупочек Турции такой, заплывший жирком. Так ты прекрасно выглядишь. Вот так привыкли, честь, горите все в аду. Сука, нормально, актриса отдыхает. Нож в спину. Нормально, обещал сфотографироваться, ну. Кстати, новолуние такой тонкий-тонкий месяц, который и сил голову сюда. Направляй прямо в сердце свои стрелочки, обнимай. Никитос, сфотографируй меня. Илюха, а ты в кадр не влазь. Алиса, сфотографируй на рабочей стороне. I'm sexy and I know it. Никит, сфоткай типа моя тачка, ну. Я просто на вип-вип, у меня и джип-джип, обгоняю под рис. Так, надо фоточку для инсты сделать. Я хочу, нет, я хочу. Туфли Джимми Чу и айфон хочу. Внимите помоднявый. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем. У каждого из нас есть такой друг, так сказать, террорист. Братан, сейчас на любую девчонку покажи, уломаю, изи. У этого парня своя система оценок красоты. Смотри, какая бодрая, сочная. Так, братан, на раз можно. Он следит за собой больше, чем девушки. Слушай, есть воск для волос, а? О, все, красавчик готов. Кстати, есть одеколон? Он знает обо всех и за всех. Не советую тебе с ней щечку целоваться. Поверь мне на слово, я это знаю. Ну-ка, стой. Базару нет, скинь мне в дайрек, я так, просто пообщаюсь. Этот парень подкатывает в любой ситуации. Девчонки, давайте я вас подвезу, садитесь. Девушка, а может в другом месте попрыгаем, а? У каждого из нас есть такой друг, поэтому давайте сделаем ему приятное и под этим видео ответим своих самых красивых подружек и тем самым подставим их. Слушайте, я до последнего боролась с искушением и старалась не комментировать эту новость, но в ситуации с Кокориным и Мамаевым смешно все, вот все смешно. Все, кто не верил в Кокорина, говорили, что, мол, он плохой футболист и не попадает ни черта. Шах и мат! Смотрите, как он попал! Конкретно причем! А вообще, Кокорин объяснил ситуацию с жестоким избиением чиновника. Он сказал, что во всем виноват стул. Далее цитата. «Если бы стулья были прикручены в заведении, ничего бы этого не произошло». Конец цитаты. И карьеры Кокорина, по ходу дела. Чиновник говорит, что виноваты Кокорин и Мамаев. Мамаев говорит, что виноват Кокорин. Кокорин говорит, что виноват стул. А стул ничего не говорит. Он стоит и молчит, потому что у стула нет ротика, который можно нести эту эпическую блёв. Хочешь, я заставлю чувствовать тебя, себя старым. Себя, тебя, тебя. Хочешь ощутить всю ту боль, которую ты ощущал году так в 2007-м? Я просто дам тебе послушать это. Скажи, а нам долго осталось до дома? Смотри, начинает смеркаться. Ну и что, мы ведь вместе ко всему готовы. Да и я думал, ты на мотоциклах любишь кататься. Да, конечно, но не так же быстро. Ты только глянь, за сотню зашкаливай. А ты просто прижмись покрепче и улыбнись. Не каждый день судьба вместе нас сталкивает. А жаль, я ведь люблю тебя. Я тебя тоже люблю. Может, все-таки немного сбавишься? Капец, это ж сколько лет назад этот трек-то был. Полная в ребаде, вот это я старик. А на майских праздниках, на выходных на больших, что ты пожелаешь и посоветуешь всем делать? Спать много. Сколько часов в день? 15. Вот так вот, чтобы лицо прям опухло, да? Да. Вот, правильно. А мы сидим в туалете, едем не на кабриолете. К сожалению. Ведь не твой день рождения, соси!